Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписывайся. А это видео по инвест-проекту какой-то Кикмани. Ну, здесь нам дают при регистрации, давали, сейчас не знаю, до 15 августа $10 на депозит. И бонусные $10 должны были быть доступны 15 августа. Сегодня, ой, вчера у меня проверяла все, баланс не было ничего. Сегодня утром сейчас зашла. У меня на балансе как бы есть денежка, да? Я так полагаю, это 10 бонусных долларов. Так как я сюда ничего не закидывала, я спокойно ждала бонуса. У меня очень много рефералов, так что заходите в кабинет и проверяйте. Вот у меня рефералы очень-очень много. Вот. Так что заходите, проверяйте бонусные денежки и ставим на депозит. Значит, вот тут бонус. Обратите внимание вот вверху и прочтите. Подарочные $10 даются всем пользователям, которые зарегались с момента старта 8 августа по 15. Бонусный баланс будет доступен к инвестированию 15 августа. Так, с бонусного вклада будет действовать также реф-система. Опять 3,1%. Так, после 15 августа бонус за регистрацию не будет выдаваться. Так, ну что, давайте тогда. Что, нужно открыть депозит. У меня на балансе 11,90. Это, как я поняла, реферальные начисления. Я их и поставлю. Значит, что мы делаем? Смотрите, здесь вот планы идут, да? Вот сумма 500, 121. Так, вот последняя сумма USD Start. Сумма вклада $10-$30. Под 0,30% в час сроком на 72 часа. Так, у меня на балансе сумма. Я эту всю сумму и поставлю. Пусть ее. А потом уже, как накапает денежка, проверим на вывод. Как этот проект будет платить. Нажимаю. Вот у меня уже по умолчанию сумма. И по умолчанию галочка стоит. Вот галочки ставятся. Нажимаю открыть депозит. Так, посмотрим. Депозит открыт. К списку депозитов. Давайте посмотрим, что у нас. Угу. Сумма 11,90, процент 0,30%, срок 72 часа, 16.08. Ну что, будем ждать начислений. Минимальный вывод отсюда $1. Будет, что у меня накапает 72 часа, это трое суток. Вот накапает, если у меня за это время доллар. Значит, можно ставить на вывод. И что еще хочу обратить ваше внимание на платежные реквизиты. Посмотрите, здесь Perfect Money и Payer. Значит, и что? Вывод, вывод, открыть, история. Так, пополнить вывод. Так, где же это? Нет, это история. Открыть. Нет, тут даже есть статистика. Угу. Ну, смотрите, здесь как бы это статистика вот настройки наши. Значит, пароль подтверждения пароля, это я так поняла, поменять. И платежные реквизиты. Здесь вот смотрите, я сохраняю Payer, у меня он не сохраняется. Здесь у меня только сохранен Perfect Money почему-то. Возможно, что Payer и не работает у них. Вывод надо придется делать на Perfect Money. Вот нажимаю сохранить. И у меня ничего не сохраняется. Видите, один Perfect. Так что имейте это в виду. Ну что, на этом буду заканчивать. У меня очень много рефералов. Ребят, проверяйте баланс. Ставьте на депозит. Ну, а вывод будем проверять, даст он нам вывести хорошо. Ну, не даст, мы ничего не теряем. Я сюда ни копейки не вкладывала. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.